когда человек жертвует, еще неизвестно, кто больше приобретает, тот, кто получает, или тот, кто дает. И в этом находится очень глубокая тайна такая. Она на уровне глубоких душевных, духовных переживаний. И я знаю, что и верю в это, что когда человек жертвует, он создает какое-то, понимаете, общение любви. Ведь старцы говорят, что деньги – это не просто способ рассчитаться, это способ восполнения любви. Это говорили старцы. Дорогие наши радиослушатели, я еще раз вот к словам отца Алексея Егорова присоединяюсь и напоминаю вам о том, что все способы, каким образом сделать это пожертвование, вы можете на нашем сайте Theos.fm. Пожалуйста, заходите и благословите нас.